Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, не готова к переговорам с Россией и, кажется, только сильнее нагнетает ситуацию вокруг Крыма. В интервью британскому телеканалу BBC она назвала Черноморский флот России источником нестабильности и угрозы безопасности Украины. Более того, предлагает, вопреки двустороннему соглашению между Москвой и Киевом, выслать его из региона. А вот Черноморский флот, особенно после всех событий, которые сейчас происходят, нужно обозначить как очаг военной нестабильности на территории Украины, как источник войны. И поэтому нужно как можно быстрее Черноморский флот из Украины убрать. Я имею в виду, что Харьковские соглашения должны быть денонсированы. А мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее этот флот из страны ушел, потому что это источник войны, который мы не можем оставить на Украине. Помимо политики, в интервью Тимошенко рассказала о состоянии своего здоровья. Заявила, что скоро отправится на операцию, а еще объяснила, почему, несмотря на серьезные проблемы с позвоночником, не отказывается от высоких каблуков. Что касается каблуков, я абсолютно нормально могу опираться на левую ногу, и там каблуки не мешают. Но в то же время я совсем не могу опираться на правую ногу. Поэтому там тоже каблуки не мешают. Но каблуки – это, возможно, часть и символ моей борьбы против того, что меня хотели сломать.